5,5 километров дороги в этом году отремонтировали в Прибайкальском районе. Подрядная организация ООО «Главная дорога» сдала все работы еще в сентябре, а сегодня уже готова ее открыть. Настроение прекрасное, я бы сказал, даже радостное. Участок дороги 5,6 километров, на нем сделаны 21 примыкание для удобства пользования жителей дороги. Жителей, которые живут вдоль федеральной дороги. Также 1600 метров пешеходного ограждения, 1800 метров барьерного ограждения для безопасности. Ну и также многочисленные съезды и примыкания, которые в целом инфраструктурные вещи, которые позволяют, значит, удобно пользоваться дорогой. Вау, ужасная дорога. Да, стала хорошая. Ямы, трещины. Много чего было. Сейчас она лучше стала. Данный объект в основном проходит по большому населенному пункту Илинка. А это большое количество перекрестков, примыканий, там, пешеходных переходов. Будет улучшена безопасность движения как для транзитного транспорта, так для транспорта жителей Бурятии и местного населения. Для безопасности пешеходов также отремонтировали более 1,5 километра тротуаров и установили почти 2 километра пешеходного ограждения. Здесь надо отметить, первое, то, что здесь впервые применены новые полимерно-битумно-вяжущие смеси, которые повышают качество, устойчивость асфальта, его устойчивость при перепаде температур. Эта дорога должна дольше простоять, меньше там просадки давать, в том числе от тяжеловесного движения. Так что это такой уже новые высокие технологии применены здесь. Мы сейчас, дорогие друзья, проезд открыт. Ура! Мариам Васканян, Эрдем Гармаев, телекомпания АТВ, Прибайкальский район.